Всем привет! Привет! Вы на канале «Сестрица в теле». Я Света. А меня зовут Кристина. И мы хотим вам сегодня представить новинки зимних курток, а также на другом канале «Сестрицы в деле. Модная женская одежда». Вы в конце ролика можете увидеть интересную распродажу зимних курток. Первая новиночка. Парка бежевого цвета. Очень теплая. Внутри с искусственным мехом. Капюшон тоже внутри искусственный мех. Размеры 46, 48, 50, 52. Опушка на воротнике съемная, если вдруг кому-то она не нравится. Размеры все есть в наличии. Пишите по номеру этому в WhatsApp в любое время. Мы ответим на все вопросы. Новинка. Парка зимняя в черном цвете. Внутри искусственный мех. Также капюшон утепленный с мехом. Он съемный. Разметный ряд с 46 по 52. На нашей модели 48 размер. У нее рост 176 сантиметров. Цена этого изделия 4000 рублей. Новинка. Куртка зимняя. Фасон очень напоминает парку. Очень стильная и красивая. Стоимость такого изделия 3500 рублей. Размеры, девочки, очень-очень классные размеры. Так, с капюшоном. С 48 по 60 включительно. На мне 60 размер. Ну, он 58-60. Но вы видите, вы знаете, что у меня такой размер. Цена, я уже сказала, 3500 рублей. Новинка. Куртка зимняя. Очень нарядная и теплая. Стоимость ее всего 3500 рублей. Она на манжете внутри. Размеры у нее с 48 по 60. Очень классные размеры. Девочки, на всех есть. Внутри шикарно прошит подклад. Рост у нашей модели 1,76 м. Дорогие друзья, зимнее пальто. Очень теплое, черного цвета. Мы привезли в повторе. Оно очень понравилось, потому что оно прикрывает все нужные места. На рукавах у них есть манжет, чтобы ничего не задувало. И очень теплый капюшон. Стоимость таких пальтишек 4000 рублей. Следующая модель очень ходовая. Она у нас, может быть, будет постоянно на повторе. Куртка зимняя черного цвета. Этот цвет очень все любят, потому что он всегда странит девушек. И сами лекала очень подчеркивают фигуру. На рукавах манжеты, чтобы не задувало. Она очень теплая. Размерный ряд 46 по 54. Дорогие друзья, ну и всеми полюбившиеся свитера. Очень теплые. Горло все прикрывает. Цена 1500 рублей. Этот свитер подойдет на размер 56-60. Следующий цвет свитера темно-синий с белым. Очень они мягкие к телу, пушистые. Совершенно не кусачие. Стоимость свитера 1500 рублей. Размеры, они подойдут с 54 по 60. Свитер теплый. Другой рисунок. Комбинированный. Несколько цветов. Черный, серый, белый. Размеры подойдут с 54 по 60. Очень теплый. Стоимость такого свитерочка 1500 рублей.
Смотрите, рукавчик. Обратите внимание, мы привезли все свитера, полный рукав. Ну, вы, конечно, если любите 7 восьмых, вы прекрасно можете рукавчик сделать по-другому. 1500 рублей. Следующая расцветочка. Светленький свитер. Он очень освежает. Такой приятный и мягкий к телу. Стоимость 1500 рублей. Размер подойдет с 54 по 60. Девочки, эти свитера у нас в распродаже не будут. Так что вы выбирайте сразу же. Потому что на такие свитера дешевле 1500. Уже даже некуда делать. Нету смысла нам. Смотрите, выбирайте, пока есть цвета. Делайте скриншотик, присылайте по этому номеру в WhatsApp. Всеми полюбившиеся свитерочки другого плана. В этот раз мы, девочки, их чуть-чуть подешевле привезли. То точно так же, как те свитера, которые только что показывала, по 1500 рублей они будут теперь. Смотрите, какой красивый цвет. Воротничок свободный. Настолько вы видели меня в роликах, как он идет. И он всем подойдет, девчата. Видите размер, какой шикарный? Он подойдет на 56-60. Даже Светлана мерила, он ей был оверсайз, даже на 50-й размер шикарно. Те, кто любит, знаете, что просторненько, свободненько. 1500 рублей. Другой цвет. Пыльно-голубой. Видео не передает настоящий цвет. Очень красивый свитер. Очень мягкий к телу, приятный. Я его уже ношу, вы видели в роликах. Стоимость их теперь 1500 рублей. Но дешевле этого уже не будет. В таком цвете размерный ряд, я уже говорила, с 56 по 60. Но кто любит оверсайз, они прекрасно подходят и на 50 размер. Очень красиво смотрится. А также, девочки, как всегда, у нас джинсики на повторе постоянно. Серенькие, с черным. Но это не джинсы, а брюки. Они очень мягкие, тянутся на резиночке. Сверху они тоже на резинке. Девочки, натянутся на любую попку, если честно. Самый большой размер натягивается до 64 размера. Вот это у меня сейчас не самый большой. Это до 60-го, есть еще больше, 62 размер. Но он до 64-го натягивается. Вначале вы его одеваете, он очень узенький, а потом они растягиваются по вашему размеру. И прекрасно сидят. Видите, они не растянулись у меня совсем, а очень даже хорошо смотрятся. Уже целый месяц не хожу. Ничего у меня ни между ног не стерлось. Вы видите меня во всех роликах. Внутри они на небольшом флисике, тепленькие. Стоимость их тоже 1500 рублей. Следующий цвет свитера – бордо. На Светлане остался размер маленький, 50-54. Стоимость их 1500 рублей. А также на Светлане брюки стретчевые, очень похожи на кожаные, но это не кожа, не кожзам и не эко-кожа. Это стретчевые брюки. Внутри они на флисике, также они на резиночке сверху и на резиночках, манжетиках снизу. Очень выглядят стильно и модно. Светлана тоже в них уже ходит целый месяц. Покупайте, девочки, мы их еще не мы только привезли, не выложили еще ролик, у нас уже так мало их размерчиков осталось. Пишите, спрашивайте, какие есть размеры. А также всеми полюбившиеся свитера велюр, рукав длинный, мягкий, они очень, крупная вязка, стоимость их 1000 рублей. У них небольшая есть фурнитура внизу, но она может быть съемная. Она пришита на нескольких ниточках. Воротничок-стоечка. Остались цвета. Мы, как всегда, привезли. Девочки опять до ролика многие поразбирали. Оливковый. Оливковый. На Светлане был только что цвет молочный. Баклажан. Баклажан такой припудренный. На ролике, на видео кажется, что он темно-фиолетовый, но нет, он припудренно-фиолетовый.
Девочки, они мягкие, очень святая. На видео не передается их мягкость. И цвет еще остался серый. 1000 рублей. А также у нас в продаже имеются, как всегда, шапочки. Первая модель шапки ангорка. В составе ее входит, помимо ангорки, еще шерсть и акрил. Цвета. Пудра была, сейчас серый цвет. Производство Россия. У этих всех шапочек производство Россия. Дальше цвет вот розовенький. Тоже такой пудра, более насыщенная. А вот всего лишь мы, девочки, опять привезли в том же составе все. Осталось всего 3 шапочки. Стоимость их теперь, девочки, всего 900 рублей. 900 рублей для ангорки. Дальше пошли наши любимые шапки Бини. Цвет черный. Стоимость их, как всегда, 600 рублей. Крупная вязка. На все, на любую форму лица, на любую подходит. Внутри начесик, флисик. Также производство Россия. Дальше цвет молочный. Смотрите, крупная вязка. Вы видели, я уже себе ставила темно-синий цвет. Даже на мое круглое-прикруглое лицо очень хорошо идут эти шапочки. Дальше цвет пудра. Их опять много расцветочек. Так, пудра 4 оттенка. Это разве пудра? Тоже да. Пудра? Пудра. Первый оттенок, второй, третий, четвертый. Чтоб не запутаться. 4 оттенка пудры. Сейчас я их все померяю. Угу. Это первый. Вторая пудра. Ну, она прям совсем как беленькая. Вторая пудра. Третья пудра. Девчата, опять их в наличии очень мало осталось. Мы их столько привозим всех цветов, но уже в ролике, когда мы привозим, их не так уж много остается. Так что пишите сразу же, и потом не обижайтесь, что вам не осталось. Девочки, сейчас оттенки серые пойдут. Ну да, синие оттенки. Серенький. Но светлый. Угу. В этот раз получилось у нас темно-серый. Много светлых привезти. А то обычно остаются одни темные, выбирая. Глубокая, очень хорошая. Голова вся входит. Любого размера головы. Да. И вот синяя, как у Кристины. Да. Она очень цвет глаз подчеркивает. У кого голубой. Да, она и зеленый хорошо подчеркивает. Так, и спортивные. Спортивные шапочки, как всегда, по 400 рублей. Черные. Они тоже очень глубокие. И мы, как уже заметили, нам девочки присылают фотки. Всем идет. Тоже на любую, даже кругленькую рожицу подходит. На любую. Это серо-коричневый цвет. Очень тоже ходовая моделька. И вот эта серая. Синий. Смотрите, да, серо-синий он какой-то. Есть такой эмблема, есть такая. Да, нашивочка такая синяя. Красивая. Она украшает тоже лицо. Сразу же делает спортивный стиль. Светленькая, серенькая. Вот этих сереньких очень мало в этот раз. А за ними прям все гоняются. Потому что этот цвет освежает лицо и молодит. Наши тинейджеры, молодежь. Мы опять вам не привезли. Не только молодежь, у нас и постарше девушки. У нас просто ее на расхват спрашивают, а когда вы еще привезете? А еще такой более зеленый оттенок. Более зеленого пока нет, вот только такой есть. Девчата, пишите, их тоже мало в наличии. И просто черный цвет, немножечко другая модель. Тоже 400 рублей. Так, ну все, девочки, закончены шапочки. Да. Девочки, пишите, пожалуйста, в WhatsApp по этому номеру телефона. Мы будем ждать ваши скриншотики. Просто пишите, если не умеете, делайте скриншот. Мы на все вопросы ответить. Можете днем, ночью, когда вам удобно, напишите. А если у нас ночь, мы утром проснемся и вам ответим на все вопросы. Спасибо за просмотр. До свидания.